Можно уже подвести предварительные итоги прошедшего купального сезона 2014. К великому сожалению, он у нас оказался очень печальным. Если брать результаты в целом по республике, то только за июль-август количество утоплений по республике в целом возросло порядка 50%. Не исключением стал и наш район. Значит, у нас на сегодняшний день 11 жертв водной стихии. Радует единственное то, что не допущено гибели несовершеннолетних детей, значит, потому что были приложены огромные усилия всех заинтересованных служб в этом процессе. А по республике у нас уже порядка 26 деток в этом году не стало. Поэтому наша организация как бы прилаживает все усилия в дальнейшей профилактической работе по недопущению гибели населения на водоемах Мозырского района. Тем более, что впереди у нас грандиозные выходные праздничные дни с массовыми гуляниями населения. И все-таки потепление пошло у нас на сегодняшний момент. Поэтому хотелось бы призвать население города и района, гостей, соблюдать элементарные правила поведения. Потому что, как правило, на таких мероприятиях употребляется спиртное, и все-таки будут находиться смельчаки, которые захотят, может быть, искупаться. Поэтому хочу напомнить, что основные жертвы водной стихии у нас – это люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Это до 70% несчастных случаев. И очень тревожный момент – вот несовершеннолетние дети. Поэтому просим не оставлять детей без присмотра возле водоемов, потому что это все может закончиться печально и трагически. Хотелось бы еще отметить, что предупреждено, значит, только работниками нашей спасательной станции за этот вот прошедший купальный сезон порядка 230 несчастных случаев, 155 из них с несовершеннолетними детьми. Было спасено 10 жителей города и района, четверо из которых маленькие дети. Вот эти цифры говорят за себя, то есть могла бы статистика еще хуже, но вот смогли предотвратить данные несчастные случаи.